А зараз до основної футбольної події весни у Білорусі. Спростя дзьон 28 травня на арені центрального спортового комплексу «Ньоман» о 17-й годині розпочнеться фінальний матч Кубка Білорусі сезону 2016-2017 поміж динамовцями з городу над Бугом та Солігорським «Шахтером». Росіяни втратили у вирішальний матч несподівано пройшовши лідерів айчинного футболу БТ і Мінська «Динамо», претендуючи на другий у своїй історії гоноровий трофей. Все, старый, давай там звони, не скучай, короче, чтобы я, то есть, чтобы я не скучал, понял? И смотри, малую не бежай, мне главное. Ну, все, давай, давай, братан, давай. У меня получается на сегодняшний день 19 выездов, то есть 19 пешком, всего 139 выездов за Брест Динамо, 5 золотых сезонов, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016. 2016 у меня был 5-й, он был юбилейный, и именно был пешком полностью на все матчи. А сейчас, да, получается 140-й и 20-й пешком. Полный юбилей и финал Кубка. Осталось только Кубок выиграть, и можно отходить от дел. Каждый мечтает хотя бы одно золото пробить. Но не всегда получается. У кого-то школа, учеба, у кого-то работа, у кого-то семья, у кого-то что-то еще. У меня было проблем со здоровьем. Может быть, давно бы забросил, отошел бы отдел, служил бы в армии по контракту и все. Да, братан? Но из-за этого зашел, сейчас в Каменецкий район только вошел, сейчас покурил, да. Да, ну вот сейчас знак Каменецкий район. Я же там... Да, в Каменце пройдешься со мной, братан, честно найти. Самое интересное. 1 августа дают, 2012 дают болезнь, ну, типа, первую группу инвалидности. И 2 августа приходит повестка на 15 число. Ну, там врач говорит, будешь такой образ вести, короче, свою жизнь. Типа, отдыхать, как все люди, пить, курить, короче. Типа, 2 года и все. Вот в августе, по-моему, 5 лет будет, или даже 5 лет, по-моему, после заболевания. Да. И нормально. Движение жизни, наверное. Я не знаю, как-то пошел сам, встал и пошел. О, классно. О, хорошо, мокренькая. Thank you.
Не обращай внимания, короче, на них не обращай внимания. Их нету. Здорово. Смысл ты дома сидеть? Пускай миллион полтора лишний выходит, и все. И миллион полтора выходит, и все, блядь. Смотри, твоих 2,5 прибавь, еще полторашечку, 4 выходит нормально. Нет, на футбол пешком иду. На футбол? На финал Кубка Беларуси, Гродно, буду играть Брестка Динамо с Шахтером. 28 мая. Да. Это с Бреста вышел, блядь. Сегодня с Бреста вышел. Все, ребят, удачи. Спасибо. Наши... Почитайте в интернете, ваши пешеходы. В интернете. Все, молодцы, ребят, молодцы. Спасибо. Я тут на собаках через баранчик собираюсь, наверное. Ну да, баранчик, там Лида, Гродно. Там пизжи будут, вариант. А нет, так там пассажирский поезд 40 тысяч, что это баранок. А, тем более. Я на собаке заеду до баранок и там на пассажирском. Ну все, Васька, уже скоро на пятя расходится. А здесь тебе надо заправиться, да? Не, я уже все, я уже домой. Да. Все, Вась. Смотрите, говорю, до свидания. Да? Ну, конечно. Леша там. Все, брат. Давай. Давай. Закон тебе. Спасибо. Удачи на дороге. Хорошая погода, главное, все было. Все, в родном увидимся, братан. Давай. Всего и честь. Наушники дай. Я знаю, я помню. У меня одна мать, растит нас 5, 2 уже взрослых, отдельно живут, и 2 младших, брат и сестра. Ну, как-то смогаемся, нормально, справляемся. Получается, у нас у старших отец один, у меня один отец, и у них, у младших тоже отец. Наверное, лет 6-7. Начал первый раз беспризорничать. Убегал, потому что какие-то были проблемы все время в семье. Все время там то отчим что-то плохо сделает, то скандалы какие-то всегда были. Психически накаляла эта вся остановка, и хотелось просто куда-то исчезнуть на какой-то период времени, чтобы это все забыть. А потом начали уже так скандалы сильно, сильно большими быть. Накаляться вся обстановка была. Я уже исчезал на месяц, на 2 из дома. Питание бесплатное было в школе, но я этим не наедался. Потому что, ну, беспризорничал в то время, и нечего было поесть. На молочные ребята отходили за мороженым. А ночью воровали булочки в пекарне. Потом идем просим, где молока купить. Ну, чтобы возле магазина нам купили молока с булочками с этим. Ну, и отправляю в школу. После школы в обед иду на колхозный рынок, там, на тележке тягаю. А к вечеру уже приходим, собираемся, кто что заработал, скинулся на какую-то еду на вечер. А где-то, ну, в ноябре, допустим, были такие вот месяца, чтобы, да, тоже было холодно. И именно ночевали на теплотрассе под Колбинским мостом. Ходила теплотрасса, там ночевали. Ну, ночь проспишь, хорошо. Да, 5 человек было у нас, звали себя Бригада X. Благодаря вот знакомству с ними, ну, я прожил как бы вот эти первые года тяжелые своего детства. И много приводов было очень. Мама все время забирает. Я иду домой, там, поем, помоюсь, день-два, чистые вещи какие-то свои возьму. Для себя, для друзей. Еды там, с холодильника на пионерию. Может, мама из деревни что-то привезет, там картошки какой, закаток. Тоже это все в сумку. И друзей кормить. Ну и сами тоже. Ну, может, классно руководитель догадывался. То, что я приходил все время в школу, первые уроки я спал. Благодаря тому, что друг меня привел на футбол, и у меня поменялось абсолютно все. Ну, и взгляд на жизнь, и новые знакомства, новые друзья. Какой-то коллектив появился. И, ну, на сегодняшний день это я назвал бы второй семьей.
Поверил. Когда начал выздоравливать, поверил. Все ходим под Богом. Страх какой-то остается, но его не показываешь просто при людях. Или не рассказываешь кому-то об этом. Конечно, что-то может и есть. Но я считаю, что у меня ангел-хранитель, до смерти бабушки был отец, а сейчас они оба. Есть девочка, да, я люблю ее очень сильно. Она мне сказала, мы расстаемся. Вышел с дома в 11 вечера и пришел к ней к 8 утра пешком. В ливень, в град, за Жабинку. Это в районе 50 километров, получается. Она говорит, типа, о, привет, а ты что здесь делаешь? Я говорю, ну, мы же расстались, приехал милиция узнавать, ну, типа, по какому поводу. Наверное, потому что она слушалась своих родителей. Вот, типа, это парень, у него такие серьезные заболевания, и ты с ним, как ты с ним будешь жить? И она сама запуталась, и так получилось, что разбежались. Гулял с друзьями, ну, предложил ребятам прийти пешком. Куда? Ну, так пошутили там. Говорю, давай на полос, коронем, что-нибудь такое. Из всех четырех ребят вместе со мной, считай меня, пошел со мной только один парень. После двух дней походов у него там проблемы начались с ногами. Все, он сказал, я никуда не пойду, ну, не хочу. А я дал себе слово, что я сделаю это и добьюсь этого. Начинаешь с людьми общаться с разного поколения абсолютно. Процентов 99 думаю, что чокнутый. Если вижу по глазам человек нормальный, то говорю правду, что вот иду пешком на футбол. Бывало просто переночевать пускали домой, там накормят, напоят по-разному. Где-то на стройке работаешь, время убивается. А нету работы, что делать? Куда-нибудь поехать хочется. И я не могу сидеть просто на месте. Ну, я привык все время двигаться. Если уйти из дома, то путешествовать, а потом дома приезжаешь, как-то все по-старому. Посидел там 3-5 дней. В больнице надо было, прокапался. Все, потом снова куда-нибудь пошел или поехал. Эх, дороги, пыль да туман. Холода тревоги, да в степях бурьян. Снег ли ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. А дорога дальше мчится, пылится, и земля кружится, родная земля. Эх, дороги, пыль да туман, в холодах тревоги, да в степях бурьян. Ну, рекорд был 70. Это самый первый поход мой. И я считаю, в среднем, чтобы 50 километров в день пройдено было. То есть я могу встать в 6 утра и закончить их в 9 вечера. Все люди, которые именно обо мне слышали каким-то образом, хоть что-то, именно то, что я хожу пешком, да, уважение уже есть. Хотя этих людей никогда не видел, и их, когда хожу по разным, ну, местам в Беларуси, бывает, подходят, здороваются, просят сфотографироваться вместе. Деревня классная, я бы здесь жил. Что, прикольно? Чисто все из дерева, огороды ухоженные. Ну, классно вообще. Как у вас дела, бабушки? Нормально. Как жить на свежем воздухе? Отлично. Я сам с Бреста.
Ну, сейчас пешком. А сразу будет дорога направо. Будет, да, дорожка, но не асфальт. Там, там песочная дорога. Песочная дорога. И она прямо идет, и потом поворачивается туда. Налево. И на Пружанскую уже выйдет. А на Пружанской там, там будет асфальт. Да, два километра. И будем, да, и будем, да. Получается, слева, дорога, слева на ремонт. Дорога, и да. Будет слева пуща, а справа просто ничего, да? Да. Да. Все, хорошо, спасибо. А там за озеро, и там будет направо. Направо спасибо вам большое. Дай дорога. Бог здоровья вам крепкого. Все. Крепкого там динамовского, настоящего динамовского. Это что, вы пешком все поедете? Да. Ну, то на Деда Мороза зайдете. Да, пешком, я пешком иду. Я абсолютно пешком. Я прошел за прошлый год 4470 километров. А за все походы пешком, которые ходил, более 5500. А где, по Беларуси? По Беларуси все. И все на все футбольные матчи за Брестка Динамо. И у меня получается 19 походов сейчас, на сегодняшний день. А это 20-й. Это как я в молодости болела, и всех футболистов знала Италии, и болельщиков тифози. Да. А палочка так уже присунула ногу троху. Побаливает да, палочка, за один день. Да, да, да. Так возьми красивую палку. Ну что с палку взять? А вот, давайте вот эту вот тоже как для рыбалки, да, сучок. Вот, вот рогатку. Я просто в детстве был хулиганом, как Есенин. Знаете Есенина? Знаем еще бы такого поэта. Спасибо. Счастливо. Счастливым дороги. Футболиста зовут Максим Витус. Он воспитанник Локвицкой детской и юношеской школы. Я встречался с Евгением Геннадьевичем. И это его тренер первый, самый первый тренер Максима. Я передал ему автограф Максима. Ну, думаю, и обоим приятно будет. Кубок это, я вам скажу, что это лотерея, так что... Нет, я там знаю, как бы, уже прожил кубок. Я вам честно говорю, что я хочу только, чтобы Брест выиграл кубок. Мужики, вы поймите правильно, вы, если ты болельщик со стажем, должен понять, что на это все нужно время. Да, мы нет, я лично понимаю, вот я не понимаю тех ребят, которые в комментариях пишут, засирают команду. Команда проиграла, да, там, засрались с ног до головы ее. Команда выиграла. Команда выиграла только, понимаешь? Да. И ее это не за один день она лепит. Ну, да, еще. Все, тоже удачи передам. Вам. Спасибо. Я надеюсь, что будет за назад ехать с кубком. Вася, убери туда волосы в нос, чтобы ты был красивым. Да, надо. Ну, побрился, побрился, а волосы не брал. А волосы брать с ножницами. Как ты себе представляешь свой поход, Вася? Как, интересно, как и всегда. Ну, ты один фанат или с тобой компания какая-нибудь? Один. Один, молодец. Я житель деревни Новоселки. Тебя поздравляю и желаю удачи. Спасибо. Держи. Спасибо большое. Все, парень, извините. До свидания. Да не, ничего, нормально, все, счастливо. Первый поход мой в Новополос был, когда все знали то, что я иду, там у нас еще войны всякие разные были среди фанатов. В районе Березы там, типа, чело встречали, ну не знаю, ждали, может, случайно попался им. Увидели, типа, что с атрибутикой шарфик, там, майки Динамо иду. Правильно в больницу, как говорится. Забрали все. Ну, один сотрудник милиции мне говорил Борисове, то, что я тебя задержу на 3 часа, потом выйдешь на улицу, тебя снова задержу на 3 часа, потом еще на 3 часа. А потом я ему в грубой форме ответил и спокойно хлопнул дверь и ушел. Молча, и все. Раньше я там боялся что-то там. А так сейчас нет. Если меня, допустим, милиционер трогает, я говорю, я пишу на вас заявление. Я отвечаю адекватно, культурно. Если я знаю то, что я виноват, я говорю, да, я виноват. Не смотрите на мою инвалидность, да, дайте мне штраф там или что мне положено по закону. Я виноват. Если я не виноват, я буду доказывать как баран свою невиновность до конца.
не знаю даже, что завтра будет. Женюсь, появится ребенок. Даже если не женюсь, просто ребенок появится. Сам смысл, то, что я буду жить ради ребенка. Да, может быть, буду ходить, стану Кузьмичом, как в Польше. Сначала тебя приводит папа на футбол, потом ты становишься малолетним хулиганом, боном, так называют, ну, молодых скинхедов, допустим, если бон. Или просто молодой ультрас, молодой питбуль в подростковом возрасте до 16 лет. Потом ты становишься одним из такого среднего класса от 16 и выше. Возможно, ты попадешь в молодежную фан-группу, которую, именно которая дерется хулиганы. Дальше становишься основным составом. А там уже проходит, появляется семья, дети, и люди выбирают или футбол, или семья. И сегодняшний день будет сейчас у меня так месяц-полтора я дома, 3-5 дней я в больнице. Кровь прокапывают, отмыт эритроциты и все. А диагноз также остался. Апоплексическая анемия, тяжелое течение. Да, старший брат с сестрой ездили со мной в Минск, в 9-ю клиническую больницу, сдавали анализы. Но они не подходят как доноры, ну, для пересадки костного мозга. У меня все сводные. А если так искать донора, есть тот минус, то что 90% летальный исход, как мне сказали врачи. Может быть, вообще этого ни походов, ничего не было. Потому что цель была поставлена армия, контракт и дальше. Ну, служить дальше, там, срочку, там, потом в школу прапорщиков, потом и в школу офицеров, и выше по карьерной лестнице. Потому что там стабильность, а в нашей стране только получают нормальные деньги, ну, люди в форме, или те, кто воруют. Если где-то плохо станет на трассе, давление поднимется. Я отлежусь, там кровь потекет трошку. И все там, батки запихал, пошел дальше. И, ну, мама звонит, как дела? Я говорю, ну, такой навеселе. Да, привет, все хорошо там. Вот, столько-то прошел, осталось совсем немного, там еще пару дней. И все, и на матче буду. Говорит, когда дома будешь? Я говорю, вот, сразу после матча, там поезд, вот столько-то будет. Или там команда, может, заберет. Вот и нас слушал от водителя как-то, убирал автобус мыло. Один водитель говорит, вот, типа, шел, ехал на межгороде, типа, там парень, типа, ходит пешком, там, на футбол, там, что-то. Ну, мама так смеялась, типа, они спросили, там, ну, они по именам все знают, говорят, блин, а ты сейчас, типа, улыбаешься, там. Ну, говорит, он такой, типа, город, говорит, вот, это мой сын, типа, и все. Принципиально я не хочу быть, как они, как стадо. Идти в стаде, да, за пастухом. Я хочу иметь свое мнение, точку зрения. Ее доказывать до конца. И доказывать везде, всегда и во всем. А как можно с таким диагнозом, скажи, пожалуйста, пройти столько много времени? Не знаю. Характер, сила воли, желание. Подожди секунду. Ну, погуляй. Ну,
вообще. Уже нету еще. Правильно? Последний раз в 13-й год, а не 14-й. Больше года назад, в марте, с Киевом я дрался. Динамо! Блядь!
сюда. Иди, да. Сиди. Давай, а тебя тоже. Вася. Да, я кубок поднял. Они просто забрали, там, дети, женщины забрали в бас. Никого, ну все порядка. Мы все позабирали просто. Я просто под, там пацаны смотрят, понимаешь, я ничего не сделать не могу вообще. Там забрали парня, который заводил на сектере, с микрофоном стоял. Его забрали просто за то, что толпа начала, ну, хуйня становится. А он виновник в этом всем торжестве. Нет, я сейчас другие планы немножко. Домой пешком пойдешь? Нет, 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 мне надо рюкзак забрать, вещи забрать. Она нужна была. Вы мой второй дом, моя семья. Ваш за себя!